Итак, вы когда-нибудь задумывались, почему наши буквы выглядят именно так, как выглядят? На самом деле, каждая буква – это изображение чего-то. Буква А, например, это перевернутая голова быка, а буква М – это волна. Как это произошло, сейчас расскажу. Это древнеегипетский иероглиф – голова быка. Бык на египетском – апис, поэтому этот иероглиф использовался, чтобы написать букву А. Просемиты, а точнее протосинайцы, позаимствовали этот иероглиф у египтян. По совпадению, бык на древнесемитском тоже начинался с буквы А, Альп. Поэтому для них этот значок тоже стал буквой А. В язык северо-западных семитов, например, в древнееврейский и финикийский, это голова быка попадает вот в таком состоянии, потому что именно так ее было удобно высекать на камне справа налево вот такими выдолбленными засечками. В VI веке до новой эры, когда евреям понадобился новый дизайн этих букв, чтобы записать свое священное писание, появится ивритское письмо, так называемое квадратное, которым, собственно, израильтяне пользуются и сейчас. Так как в этом регионе шла активная торговля, поэтому грекам очень понравилась эта идея, не какой-то там сложной клинописи или египетских иероглифов, а алфавитная система, где отдельный символ обозначает отдельный звук. И финикийский алифбет перешел в греческий, затем в латинский и в IX веке уже нашей эры в кириллицу. Это египетский иероглиф, обозначающий дом. Как дом звучал на египетском, нам на самом деле и не важно. Дом на языке кнанитян был байт. Поэтому этот значок стал обозначать звук Б. В древнееврейский и финикийский его задизайнили под свои нужды. В иврит он попадает в таком виде, а греки его отзеркалят. Потому что они пишут не справа налево, а слева направо, и им удобнее писать все в правую сторону. А вот гласных звуков у семитов не было, но были всякие согласные, которые грекам были не нужны. Например, ивритская буква «хей» грекам не нужна, зато нужна буква «е», поэтому они опять отзеркалили эту хей и сделали свою е. Они обе даже стоят на одном и том же пятом месте. Альф, бет, гимль, далит, хей. Альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон. Самое очевидное это вода, которая на языке семита звучит как маем, поэтому м рисуется вот такой волной. Вот так на Анитяне приспособили сложное иероглифическое письмо в тот алфавит, которым мы сегодня и пользуемся. Тут написано словосочетание из двух слов, древнеегипетскими иероглифами, иероглифами древних семитов и буквами древних нанитян финикийском или древнееврейском. Вы легко сможете расшифровать с египетского на русский. И так все просто. Вы смотрите на египетский иероглиф из первой строки, находите в подсказках, как это слово звучало на древнееврейском, и первый звук этого слова и стал древнееврейской, а потом древнегреческой, а впоследствии и нашей буквой. Подсказки. Некоторые ненужные грекам буквы они переделывали в гласные. Буква хей, например, стала буквой е. Некоторые буквы зеркалили. Ну и вообще буквы всех алфавитов имеют визуальное сходство между собой. Может быть потому, что я знаю ответ, но вот я смотрю на первое слово на древнееврейском. И как будто я и так могу прочитать, что здесь написано. 发呆。